Бусь! Бузя! Эй, чего тебе? Пойдем в игру доигрывать. Какую игру? А, в девочку вот эту страшную. Не-не-не, не хочу. Что значит ты не хочешь? Ребятам вообще-то интересно, что там дальше будет и чем это все закончится. Так что поднимай свою опу и пойдем играть. Так мы ее спать уложили. Забыл, что ли? Да, этим тебя не выманишь. О, Буська, а новые серые кнопочки хочешь посчитать? Ой, кнопочки говоришь? Конечно хочу. А что, много их там? А то мне отсюда не видно. Очень много. Вагон и маленькая тележка. А будет еще больше, если мы доиграем в игру, как настоящие геймеры. Кто ж сдается на полпути? Друзья, кто давно нас смотрит, но еще не подписался, самое время нажать на красную кнопку. Ведь когда мы вместе, мы сила, и никакой полтергейст не будет нам страшен. Вот так. Ну что, ребят, вы там уже подготовили себе запасные трусишки? Потому что сегодня будет реально стрёмно. Э, пассажир, ты чего место занимаешь? Тут вообще-то ребенок должен сидеть. А ты вот на диванчике полежи, можешь телек посмотреть. Get bottle from fridge. Ну, я так догадываюсь, что это надо молоко достать с холодильника. Так, опа, свет потух. А, что он тут делает? Еще и глаза светятся. Ну вот, началось. Кузя, сделай что-нибудь. Запихни его в духовку сейчас же. Да, Бузя, отличная идея. Ой, но он слишком жирный, не помещается. Может, в холодильник поместится? Да-да-да. Посиди там, остынь. Глаза как фары. Видели, ребят? Блин, надо свет включить. Стремно, капец. Где тут наша девочка пучеглазая? Бузя, может, имя ей придумаем? Пускай будет Геннадий. Ну, норм. На, Геннадий, ешь. Кузя, у нас коричневая тревога. Все, бегу-бегу. Меняем сейчас трусы, быстро. Слушай, а может, не надо? Может, пускай этот запах призраков отгоняет? Я знаю действенное средство против призраков. Лайк от ребят. Он от всего мне помогает. Привет, свиньи. Вижу, вам снова нужна моя помощь. Доверьте заботу про какашки мне. Мэри, я, конечно, ни на что не намекаю, но в прошлый раз у тебя ничего не получилось. А меня детскими трусишками не напугаешь. Сейчас, Геннадий, мы тебя переоденем. Так, один глаз на Геннадия, второй на трусах, чтоб никто никуда не делся. Так, что-то не могу их взять. А-а-а, опять этот енот жирный. Он украл трусы, Бузя, ты видела? А ну вернись, отдай трусы. Лучше грязные укради, мне их не жалко. Где он? Он где тут спрятался? Еще и свет погас. Включайся. Буська, а ты чего молчишь? Ты что, не играешь со мной? Я что, тут сам, что ли? Я не смотрю, мне страшно. О, он, наверное, под кроватью, точно. Ой, что там, Кузя? Ты чего так орешь? Кузя? Кузя! Помогите! Караул! Кузя, очнись! С тобой все в порядке? Ты что, так сильно напугался, да? Да я под кровать заглянул, а оттуда оно! Так и, по-моему, это ворона была. Вороны я бы не испугался. Это был монстр. В общем, твоя очередь что? Играть. Как моя? Ой, какой сложный выбор. С одной стороны, не хочется ребят подвести. Они же вон какие молодцы подписались. А с другой стороны, страшно. Капец. Трусы, трусы. Кому бесплатные трусы? О, о, получилось. Кузя, у меня получилось. Я Ваня. Что это было? Что тут происходит? Сгинь, енотище. Так, Геннадий, пора нам отсюда. Ой, сорян, сматываться и где-нибудь закрыться в укромном месте. Вот, сиди тут и никуда не вылази. На вот тебе охранника, Мишку Тедди. Ух, не получилось с первого раза. Надо разгон нормальный взять. И пуск. Да что ж такое? Все в этом доме против меня. Попади! Не попал. Ладно, пофиг. Короче, сидите тут и не высовывайтесь, а я пойду разберусь с этими енотами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вы что? Если что, watch TV on the sofa. Обычно так ужастики начинаются. Ну ладно, ничего не поделать. Здрасте. Я что, еще и засыпаю? Да блин, кто эту игру придумал вообще? Мэри, а правда, что у роботов нет чувств, и они ничего не боятся? Да, это совершенная правда. Мы способны себя контролировать.
Не волнуйся, Бузязя, я сыграю вместо тебя. Задание: подняться наверх и успокоить малышку. Будет сделано. Привет, крошка. Чш. Не плачь, я унесу енота и принесу тебе твоего мишку. Задача: найти мишку. Отмена, отмена. Задача: ответить на телефонный звонок. Hey, hope things are going well at home. Дома все под контролем. Все под контролем. О нет, чувствую запах дыма. Пожар, пожар, срочно тушить. Снова еноты, они размножаются. А вот и мишка весь сгорел. Ах вы противные зверушки. Сейчас я и вас поджарю. Мэри, может не надо? Нас все-таки дети смотрят. Они меня рассердили. Паска, а тебя я посажу в холодильник. Короче, Мэри, я поняла. Тебя лучше не злить. Мишка, теперь у тебя будет новое имя. Копченый. Ха-ха-ха. Смешно. Да что такое, снова этот воробей? Я аж изюмину отложила. Смотри, какая жирная. Бузя, как мне стыдно. Не, ну страшно же, блин. Спрашивается у разработчиков, зачем такие страшные игры придумывать? Кто это все будет убирать, а? Чур не я. Мне нужна подзарядка. Так, Бузя вышла на тропу войны. Мишка мне не поможет, а вот бейсбольная бита самое то. Эй, еноты, вы где? Кто ржал? Кто только что ржал? Куда вы все попрятались? А ну, вылазите! А, точно! Мэри же их в печку спрятала! Ку-ку! Вот вам, получаете! Ой, не так лопается прикольно! И тебе, жирный, получай! А это что такое? Кто вас в гости звал? Прекратите вечеринку! Так, что делать, ребят? Может, мне Мишка Тедди поможет? Он такой уже у нас бывалый типок. Михаил, тут такое дело, надо эту всю толпу разогнать. Чё-то они тебя, Миша, походу не боятся ни разу. Прекратите левитировать, не помогает. Я, по-моему, знаю, что надо делать. Сейчас я им покажу. И за Кузю, и за Мэри, за всех у меня получите. Я сказала, закончилась вечеринка. Кушайте тортики по домам. А это даже весело! Взрываются, как хлопушки! Ха-ха! А ну-ка ты, жирный! Ой, неплохо! Ой, у вас тут свечи вижу! Что, у кого-то день рождения? Наверное, у тебя! Ха-ха! У-ху! Получилось, ребят! Мы спасли малышку! Ой, вы этого не видели! Иди сюда, Геннадий! Сейчас мы усадим тебя в креселко, поиграем в игры, да где-то там! А еще не мешало бы убраться в доме, пока твои родители не вернулись. Ты же меня не будешь, если что? Что так смотришь? Фух, мне аж не верится, что все это позади. Ой, убраться чуть не успели. Бузя, ты это сделала? Да, не то, что некоторые. Ты такая молодец, ты наказала всех этих енотов. Оцеш, пришлось. Вы же никто не хотели играть. Не, ну ты прям моя героиня. Даже несмотря на то, что обкакалась. Ой, это по чистой случайности. Сейчас уберу. Бузя, ты мой герой. Позволь убрать твою какашечку в знак благодарности. Ну что же, если ты так настаиваешь, то я буду не против. Можешь даже сохранить ее на память об этом удивительном дне. Пожалуй, нет. Это лишнее. Я ее просто выброшу. Ребят, скажу по секрету, мне было капец как страшно. Вот вам доказательство. Так что этот видосик по-любому заслужил на ваш лайк. Всем спасибо, пока-пока.